Областное радио. Философия моей жизни такова, и клиентам тоже я это прививаю. Нет плохой погоды, нет вот этого плохого настроения, нет некрасивых женщин и мужчин, а есть неправильно подобранная одежда. Если мне все нравится, так. Мои сережки, мои туфельки, моя сумочка, мне нравится то, что на мне надето, у меня всегда хорошее настроение. И женщинам, и мужчинам. Очень рекомендую с приходом холодов не отказываться от ярких цветов. Причем это какие-то должны быть прям безумные, в том числе там, не знаю, сладкая кукуруза, там, стеблевой зеленый. То есть невероятно прям смелый, как там яркий звучит, малиновый, да? А куркума, а сладкая сирень, там зеленое яблоко. То есть это может быть куртка в спортивном стиле, это может быть пальто абсолютно спокойно, и мужчина может смелого оттенка тоже себе выбирать. Вот, поэтому с приходом зимы и осени ни в коем случае не переходим прям сразу на коричневое, синее и черное. А, кстати, большинство так и делает из нас, правда. Ну, поскольку осень, зима, можно уже черный куртец и набросить. И вот если, да, хорошо, если, допустим, черное темное пальто или же куртка, но всегда же можно неким аксессуаром это дело обыграть. Какие выгодные аксессуары в этом сезоне, и которые хорошо смотрятся? Даже если вы выбираете Total Black Look, головной убор сделает свое дело. Причем сейчас, ну, шапочки тоже, да, такие вязаные остаются в тренде, но какой-то держащий форму, картуз, шляпа, это будет прям вау. Это первое. Второе, конечно, обувь, сумка, они, если трендовые, они жесткой формы, то есть это не какие-то расхлябанные там ботинки непонятные, сумка, которая, что это вот, непонятно. А если это сумка, например, с жесткими ребрами, обувь заостренная носочной частью, у женщин широкий каблук. Вот на самом деле это уже тенденция, наверное, третий год подряд длится. Вот. Цвета смелые у аксессуаров, то есть на фоне черного полностью комплекта прекрасно смотрится. И, пожалуй, кожа. Если вы с ног до головы в коже, в черной, вау, все внимание приковано, да, к вам, да, сейчас кожа, ой, рубашки кожаные. Если сегодня вечером вы увидите человека на набережной, либо в центре Красного проспекта Новосибирска в кожаной одежде, либо пальто цвета фуксия, это означает, что это слушатель нашего радио сегодняшнего эфира. Я про то, чтобы каждый день выглядеть привлекательно. Я, ну, могу так себе позволить сказать, я не креативный имидж-стилист, я работаю в том числе и с коммерческими съемками, но я на каждый день. То есть иметь небольшое количество вещей, учитывать тренды, обязательно индивидуальность найти. И да, не ждать особого повода для того, чтобы хорошо выглядеть, ухоженным быть и кайфовать от того, что надето. Можно поэлементно перечислить, чтобы каждая женщина сейчас, которая слушает радио 54, прокрутила у себя в голове и поняла, как у нее дела с базовым гардеробом, с которым как раз-таки и можно играть, о чем вы говорите. Можно прям пошагово, что там должно быть? Можно. Моя как раз на сегодняшний день фишка, уже как год, 10 вещей, это формула. И на мужчин тоже сейчас обращу внимание обязательно. Смотрите, если женский гардероб, это минимум 3 низа, минимум. Почему? 2 скучно, 1, но вообще никуда, да? То есть как минимум юбка и брюки, да, или там джинсы и платье все непременно. Юля, вы в платье, вы великолепно выглядите. Спасибо. Ну, вы уже прям вот все в тренде. А можно сразу про низ? Может быть, для базового гардероба есть некая цветовая рекомендованная гамма или без разницы? Если вы выбираете светлый низ, то вы уже эффектно выглядите, даже если на вас черное пальто, там черная обувь и так далее. То есть беж, цвет вот ириска, например, да, какая-нибудь ваниль, и может быть даже белый, но это плотная шерсть, например, это уже эффектно. Поэтому цвет кэмел, беж, всевозможный кофе с молоком, внизу мужчин это касается тоже. То есть светлые джинсы, светлые брюки оставляемы для холодного времени года. Не надо их бояться, светлых брюк, конечно. Вы будете в центре внимания, но если вы как-то боитесь быть в центре внимания, давайте уже выходить из зоны комфорта. Хотя, конечно, мужчины не уверены в себе, его не спасут даже светлые брюки, я думаю. Вот как только он находит внутреннюю силу, это стержень и гармонию. Я думаю, что они там только подчеркнут его неуверенность в какой-то момент, светлые брюки. С ними это нужно, да, быть поаккуратнее. Здесь дальше, поехали по базовому тогда. То есть, если это юбка, сейчас вот юбка-карандаш как-то уже прям вот совсем, прям вот не современная база, скорее это будет юбка-трапеция, миди, юбка с запахом или саронг, более профессиональное название. Женственность. То есть, женственность, как она есть. Какая-то загадочность, ну и платья в том числе более такие расклешенные. Поэтому вот внутри элемент, и про брюки. Лучше бы, чтобы они были какие-то прямые, либо палаццо, либо кюлоты. Кюлоты, девочки, это примерно то же самое, что и юбка. Носится также с колготками, с каблуками и т.д.
А кюлоты выглядят, для тех, кто не знает, можно вот так на пальцах. Расклешенные от бедра, да. Укороченные, ну, то есть чуть ниже колена, могут быть до середины икр, например. Кстати, с этими кюлотами беда с точки зрения рекомендации носибельности с форматом обуви. Расскажите все-таки, кюлоты точно дружат вот с такой-то обувью, с какой? Или это зависит вообще от другого? Кюлоты точно дружат с любой абсолютно обувью и с кроссовками, которые сейчас очень актуальны. Вот в этом году просто какой-то бум. Это сникеры какие-то невероятно огромные, да, космические. Это и туфли-лодочки, это и сапоги, которые, естественно, заканчиваются выше, чем кюлоты заканчиваются. Это и ботинки на грубой подошве, это и казаки, это, ну, в общем-то, все. Вот броги, как на мне, например, сегодня. То есть все, что угодно. Но не забывайте надевать колготки. Между вот, собственно, вот обувью и кюлотами должно быть какое-то пространство красивое. Итак, дальше про базовый гардероб. Что еще там есть, должно быть? Ну, эту форму, я думаю, знают уже многие. На каждый низ минимум 3 верха. Ну, тут как бы сложно будет, да, в 10 вещей уместиться. Но, в общем, как минимум, да, там 6, а лучше прям 7 верхов. И из них все непременно должен быть второй слой. Это жакет, кардиган, жилет, куртка, в общем, джинсовая и так далее. И топы, рубашки очень разные. То есть самая частая причина обращения ко мне: у меня много вещей, надеть нечего, и там одинаковые вещи. Там просто одинаковые рубашки, либо одинаковые, там, не знаю, футболки. Ей нечего надеть. Ну, потому что сложно компоновать и обыгрывать, да? У мужчин, на самом деле, тоже такая ситуация бывает. Да, ну, у мужчин та же формула, только там, ну, платье, юбку мы меняем. Допустим, брюки и джинсы. Вот, собственно, и получаются там остальные верхи. То есть точно секрет стильного образа – это многослойность. Угу. Это что-то три каких-то детали желательно. Не две, а, например, три. Ну, давайте еще оценим его. Оценили профессиональным взглядом, почувствовал себя ничтожеством. Не-не, давайте, правда, про Ивана, поскольку радиослушатели не видят. Вот у Ивана сейчас водолазка. Такая, как правильно этот цвет называется? И можно сказать, светлые брюки, а не боюсь быть в центре внимания. Водолазка цвета правильно с точки зрения... Ну, нави, потому что, да, тут такой глубокий, очень синий. Ну, скажем, да, глубокий синий для тех, кто, например, не знает это слово. Брюки такого... Вот, ну, они не серые для меня, графитовые. А по-правильному графитовые, да, брюки. Mm-hmm. Как этот комплект между собой разговаривают ли эти вещи? Сейчас сделаю Ивану комплимент. У Ивана атлетическое телосложение, и это самый лучший вариант. То есть, если бы как раз вот вы надели многослойный комплект, наверное, ну, это было бы не так эффектно. Mm-hmm. А мужчины, которые не очень атлетично сложены, они как раз многослойность должны оценить. Когда обращаются клиенты к имидж-стилисту, есть просто те, кто хотят что-то узнать, ну, поиграть, даже некоторые такую озвучивают мотивацию. А есть те, кто ищут действительно свою неповторимость, свою какую-то свою фишку, изюминку. И очень важно, чтобы была сильная мотивация к изменениям. Потому что расскажите мне, что мне идет, это не мотивация к изменениям, это просто мотивация к знаниям. Да? Ну, я получу новые знания и что-то буду с ними делать. Когда у человека изменился статус, когда что-то не получается из задуманного, когда меняется образ жизни, нужно публично больше выступать и так далее, вот тогда это серьезная мотивация, и тогда он готов открываться мне. И тогда я могу действительно качественно помочь. А просто рассказать, какие вам подходят цвета, ну, да. Ну, это можно в интернете прочитать. Одна из, наверное, уже моих будет скоро цитат, которые будут повторять многие мои клиенты. Самый большой недостаток во внешности – это неуверенность в себе. То есть, как бы я ни переодевала человека, да, там, пусть это будет вау-эффект на шопинге, но если нет блеска в глазах и нет внутри там тепла какого-то, да, доверия миру, к сожалению, ничего не получится. Я как психолог и как имидж-мейкер, имидж-стилист, работаю еще и с коллегами. То есть, не только это магазины, не только визажисты и парикмахеры, но и в том числе тренеры по ораторскому мастерству, психологи, всевозможные тренинги там актерского мастерства, то есть арт-терапия. Я, бывает, даю задание своим клиентам: ходите каждый день в парфюмерный магазин, наносите на себя новый аромат и ходите с ним. Ну, чтобы вот, просто впечатление было. Такой совет. Были новые, да, кстати, да. У Веры совсем скоро случится марафон. Давайте, Вера, о нем поподробнее. Что это за марафон, кто может принять участие, для чего он, про кого и про что?
Угу. Ну, я думаю, все-таки это не просто так мое мероприятие. Вау-вау, реклама. Я в тренде. Сейчас в тренде экология. Немного вещей, да, и немного денег, и забота об окружающей среде. Плюс небрежность такая, да, у меня как бы не особо продуманный образ. Я так не очень старалась. Встала с кровати, да, и пошла. И вот, да, это вау, в тренде. И факапы. Ну, собственно, я в тренде. Я призналась публично год назад о том, что я шопоголик. И это было страшно, но это... Реально, это невероятно. Я сидела месяц на диете. На гардеробной, диете. Да. Да, носила всего 10 вещей в течение месяца. Они просто... Получила такие результаты, которых я не получала ни после какой психотерапии. Ну, честно. Услышала, наконец, себя. Что я вообще хочу? Куда я двигаюсь? Что я заглушаю количеством вещей? Я же межсерист, я знаю, где что со скидками продается. Снизила траты на одежду. В 3 раза. Я прям посчитала, сколько я в год потратила на одежду, обувь и так далее. В 3 раза уменьшились мои траты. Получаю много очень комплиментов, несмотря на количество вещей уменьшенное. Пропагандирую рациональное потребление, что тоже очень-очень многим откликается. И да, марафон. Я предлагаю, ну не месяц, месяц многовато, в течение 3 недель носить 10 вещей. Даю задания, провожу прямые эфиры, есть просто участие, есть с моей поддержкой. Ну, в общем... Если вы хотите это попробовать, ну, я думаю, что это того стоит. Рекомендую просто заглянуть ко мне на сайт veraproskurova.com. Там все написано. И, может быть, есть у марафона какое-то название, по которому... 10 мож... вещей. 10 марафон, вещей. ВП, вот 10 так вещей. Вот. Первое областное радио.